Всем добрый день. Развесила белье. Есть тряпку старую, постирала, повесила, которую мы всегда на улице вешаем. У меня тут на днях муж опил привез. Надо будет вконтарить мешки. Там уже соседи напирали по территории опил. Часть набрали. Куры мои сидят. Детки на улице сидят. Не хотят пока на улицу идти. А на улице хотя солнышко такое. Но они пока не хотят. У меня, ребята, проблемы с интернетом, поэтому меня не будет пару дней, скорее всего, пока муж зарплату не получит, а там потом видно будет. Поэтому вот такие вот дела у нас. А так у нас все хорошо. Вчера вообще ничего не снимала. Вчера, оказывается, был как поминальная Пасха, что ли, называется, для усопших. Нельзя было морковь садить. Я вчера хотела садить, переписывалась с подписчицей днем, когда мне получше стало. Думаю, ну сейчас пойду посажу. И она мне написала, и мы начали с ней общаться. Я ей сказала, что сейчас собираюсь морковку идти садить. На что она мне ответила: Настя, ни в коем случае морковку садить сегодня нельзя. Сегодня вообще за эти два дня, вчера и вот сегодня, нельзя возиться с землей. Потому что эти дни для усопших, как считается, поминальные дни усопшим. Ну и ладно, что теперь. Буду другими делами заниматься. У меня других много дел. Стирка, уборка, готовка и все остальное. Так что вот такие вот дела. Ладно, всем желаю всего самого хорошего. Дорогие друзья, хочу похвастаться. Моя дочь Катюша завершила свою первую вышивку крестиком. Они пока еще учатся, поэтому я им такие легкие заказывала. Это фирма Матрёнин Посад. Вот здесь вот показано. Стоила такая вот схемка без ниточек, по-моему, 80 рублей, что ли. Ну вот это первое. Скоро куплю рамочки и оформлю в рамочки. Это Катина первая вышивка вот такая вот. Следующую мы будем с ней подбирать. Она еще хочет вышивать, будет уже выбирать. Напишите, как вам нравится или нет. Но я ее еще не стирала. Еще стирать надо. Ну вот Катя вот такие вот цвета подобрала. Хотя там цвета, по идее, другие были. Ну, Катя так решила. Ну, и я сейчас села, пока у меня монтируется, села вот тоже повышивать. На этой неделе завершала вот здесь вот немножко, закрывала клеточки, пяльцы передвинула и дальше. Сейчас постараюсь показать, что это за сюжет у меня будет. Вот такой должен, ребята, получиться сюжет. Это подробно, если хотите узнать, то проходите на канал Влог Рукоделия. Всем доброе утро. Оксана идет в школу. Мне надо сходить туда до остановки, до водителей Соликамского автобуса. Узнать. У меня Илья, когда 10 числа уезжал, в автобусе уронил, как объяснить-то, коробочку от AirPods. И вот надо узнать, нашли водители ее или нет. Вот иду на остановку. Всем привет! Я с ребятишками. Привет! Марина, поздоровайся. Да. Мы едем в поликлинику справочки брать. Ваня вот так оделся. Только... Марина, все. Говори. Все. Что ты хотела сказать? Уже ничего? Ну ладно, мы... пойдемте. А мы же то на автобусе. На автобусе, конечно, поедем. Конечно, на автобусе. Ладно, поедем в поликлинику, возьмем справки в садик. Пусть ребятки уже в садик идут. А я буду заниматься огородом. Потихоньку. А то иначе я так вообще с ними ничего не сделаю. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Пришли на прием, сидим, ждем. Сейчас скоро наша будет очередь. Ребятки там смотрят. Сейчас справки возьмем и домой поедем. Дорогие друзья, у нас курочки гуляют. Все в куче столпились. И довольный к нам пришел опять мальчик в гости на велике приехал. Играет. Я вышла. Хочу развесить белье и собрать все сухое. И начал подготавливать грядки. Наконец-то мы с Оксаной доделали уроки. Видите, я в тот день, когда нельзя было, 11 мая садить нельзя было. Я, видите, подготавливала, хотела садить, но так и не посадила. То, что мне сказали, в этот день нельзя. Ну ничего, сейчас будем садить. Сейчас сначала уберу все белье, развешу другое и принимаемся за грядочки. Если интересно, то оставайтесь с нами. Наши курочки гуляют. Вот столько вот у нас курей осталось. Немного, в принципе.
Вот, сколько есть, столько есть. Я тут на скамеечку, не на скамейку, на лесенку присела. И посмотреть на них, полюбоваться. Красавцы, красивые. Курение много было, много петухов. Сейчас петухов большую часть порезали, но вот еще 4 петуха осталось. Так, в принципе, хорошо. Довольные, ходят, клюют. Пока еще ничего не садили. Будем нанимать трактор. Не знаю, сколько, ребят, будет стоить. В том году 2000 платили. Нынче не знаю, сколько будет. 2 или 1,5, точно не помню уже даже, сколько платили. Ну вот, не знаю, надо будет все узнавать. Если трактор нанять не сможем, то и картошку посадить мы не сможем. Потому что, представьте, вот это вот все самим копать, это ого-го. А мой сейчас на работе постоянно, он даже отпуск похолодел, без отпуска останется, потому что у них там заказ появился, дом крутить надо будет. А раз заказ появился, то у него 15-20 может быть зарплата, поэтому ему надо остаться на работу. Так что вот как-то вот так. Курочки, Петручи нет, хорошо, спокойно ходят. Парник мы еще не делали, да. Из этого он не знает, что сделать из рам, блин. Ничего не хочет делать. А тот на пленку покупать, пока нет возможности даже пленку купить. Рассада вся стоит и не знаешь, что делать. Ладно, вот такие вот дела. Пойду я заниматься развешиванием бельем и посадкой грядок. Вот такая вот, ребята, у меня, кстати, еще есть рассада помидоров. Тут только помидоры. Это мне подруга помогла купить. Но я ей денежку давала. Вот она и взяла. Тут так изобильный какой-то называется. Вот такие помидоры стоят. Но пока мне их некуда высаживать. Дорогие мои, мы сейчас с Оксей, скажи привет, собираемся идти садить морковку. Взяли вот такой стаканчик, будем ссыпать. Держи. Какая у меня есть морковка? Есть нанская улучшенная, 2 пакетика гранулят. Держи пока. Есть королева осени. И есть 2 пакетика Самсона. Вот сегодня мы их и будем садить. Но я сделаю различие. Я посажу, палочки поставлю, где какая морковка. И также у меня есть еще укроп. Хочу сегодня посадить 1 пакетик. Остальные семена я еще не покупала. Ни свеклу, ни салаты. Вообще еще ничего не брала. Как получим денежку, сразу все купим и будем садить. Пока садим то, что есть. Ну что, идем садить? Так, дорогие друзья, какую я сначала хочу посадить? Королева осени, нанская, Самсон нанская. Давай сначала вот эту нанскую мы с тобой посадим, чтобы я знала, где. Сейчас буду просто открою и сыплю сюда. Она легко открывается. И вот так вот сыпаю для удобства для нашего с Оксаной. Это с краю, с одного я поставлю эту табличку, чтобы мне знать, где какая морковка посажена.
Я в том году садила пленкой, пленка мне не понравилась, ребята. Решила, ну, на бумаге как бы не понравилось. Решила вот гранулят. Мне понравилось, в том году была нормальная морковочка. Вот такие вот семена. В принципе, неплохие. Есть, конечно, вон и половинки пустышки, но мы постараемся выбирать и садить только цельные. Ладно, идем с Оксаной садить. Ну что, дорогие друзья, начинаем мы с Оксаной садить грядочки. Окси решила мне помочь. Я вот ей показывала, тут Маша пришла, тоже захотела помогать. Сейчас возьмет семянки и тоже будет нам помогать. Первую мы садим нанскую морковку. Грядки вот здесь небольшие, удобные. Оксана молодец, помогает. Маша тоже с другой стороны пошла помогать. Садится гранулят очень быстро. Удобно то, что их хорошо видно. Ладно, садим дальше. Здесь я пошла садить вторую грядку, ну а девочки начали поливать грядки. Пока я буду садить, они как раз польют. Оксана с Машей грядочки поливают. Они у меня молодцы, во всем помогают. Умнички. Ну а я продолжаю дальше садить. Если интересно, то оставайтесь с нами. Все, дорогие друзья, посадили мы с Оксаной все эти грядки. Раз, два, три, четыре, пять грядок. Все, морковка посадили. Укроп буду в другой месте садить. Укроп у меня еще остался. Семена моркови еще остались. С другой стороны огорода будем садить. С другой стороны дома. Ладно, вот такие вот у нас продвижения. Музыки кусают банан. Да? Вкусно? Папа сходил в магазин, купил банан. Сейчас пошел за хлебом. Ох. А у меня снимается, отнимается спина. Да, на штатив. Кушай, кушай банан давай. Ты сегодня в других шортах уже, Тёма? Да, другие. К нам уже пришел друг у Оксаны. Егора, иди. А вот это вот не забудь.
Егорка загоняет курей. Молодец, они сами за ним идут. Егорка в сарайку зашел, видите, как они? И они сами. Ну, потому что Егорка по большей части управляет скреем. Видите, и все зашли сразу. Натрессированные куры. Так, петухи опять вышли. Пойду я Егорке помогать. Егорка, тебе помочь загнать? Ты их загоняешь или нет? Ты их загоняешь? Давай, дальше загоняй. Загоняй, закрывай. Ах, вы петухи! А что они там все ведра попрокидывали? Они что такие вообще бешеные у нас? Вообще вы бешеные, конечно. Ну вот как-то так у нас и проходит день. Еще я замочила лук. Скоро будем садить. Сейчас немного отдохну, а то у меня спина отнимается и голова кружится. И будем дальше с вами садить. Чайник поставлю, скипячу. И пойдем дальше лук с вами садить. Лук, укроп и какие есть семена. Там положи, потом курочкам Егорушка отдаст банановую кожуру. На улице очень жарко, я не могу переносить жару. Это вообще какой-то ужас. Да, да, да. Нет, там ведро, ведро, ведро. Это вообще, ребят, какой-то ужас. Мне от жары плохо становится. Это кошмар какой-то. Сейчас, кстати, покажу, что у меня помидоры, как мои вытянулись. Вот мои помидорки вот так вот вытянулись. Но это, ребята, раннеспелый сорт.